Did you know rock sauce and rock tape can work together? What? Rock sauce is hot muscle and joint pain relief. It's really hot. What makes rock sauce so hot? Three active ingredients. This one comes from hot peppers. It can be used before and after kinesiology tape. Roll on before taping for instant pain relief. Wipe excess away for a clean, ready-to-tape area. Apply your rock tape. Make your own pain patch. Rock sauce soaks in and slow releases through the tape. Hours of pain relief. Try it yourself. Get yours today at rocktape.com. Еще раз добрый вечер. Начинаем свое включение с мужской части турниров сегодняшнего дня серии Катшот. Сегодня у нас мужской турнир в категории Light. Сейчас мы с вами будем смотреть матч за третье место. Матч за третье место у нас из одной партии до 21 очка будет проходить. Вот, представим соперников. На ближней стороне площадки у нас с вами Андрей Бужор, он справа. И на подаче сейчас Алексей Сидоров. Вот. Их соперники на приеме был Емченков Николай и его напарник Сергей Мельников. Ошибается Алексей Сидоров в атаке. Ошибается еще раз Алексей Сидоров в атаке. Видно, что владеет хорошей силовой атакой Алексей, но чуть-чуть ошибается. Сейчас, может быть, передача по высоте была не очень высокая, поэтому не получилось. Прием уверенный. Сейчас передача отличная. Кат 4-4 достаточно неплохой. Один-два. Сократили отставание в счете, ребята. Андрей Бужур будет на подаче. Подача в Николая. Николай попытался скатить с 2 по 2. Но прочитал его Андрей Бужур. Андрей неплохо очень двигается. Ошибочка. Потолка мяч касается. Счет 3-1. Сергей с Николаем, Сергей Мельников с Николаем Емченковым пока вышли вперед на старте матча за третье место. Бесхитростная атака прямо защитника, и Николай здесь абсолютно напрасно это делает. Надо было передачу своему напарнику делать. 2-3. Подача в Сергея Мельникова на этот раз. Сергей катит. Андрей опять добегает. И до этого мяча тоже добежал. Да, но здесь хладнокровно. Сергей забрался. Увидел свободное место площадки и перекатился 4-4. Счет 4-2. Очко до смены сторон. Николай Емченков подает. Продолжают подавать в Алексея, ребята. Здесь на блоке Николай хорошо сыграл, 5-2 смена сторон. В финале у нас будут играть пары Владимир Батуренко и Евгений Парницкий и Игорь Никольский и Александр Богомолов. Кстати говоря, в одной группе играли на групповом этапе, соответственно, пары. И вот дошли до финала. Атака ворот в очередной раз. Многовато ошибается Алексей Сидоров.
чуть-чуть поаккуратнее надо использовать в атаке. Немножко выясняет там что-то между собой, по всей видимости, по передаче какие-то претензии есть у Алексея к своему напарнику. Ошибка на приеме на этот раз. Николай хорошо атакует по исполнению, Андрей добегает хорошо. Здесь небрежно подбивает, но добегает Алексей. Неплохой розыгрыш. Ой-ой-ой-ой. Да. Небрежно, конечно, доводит и Сергей, но с другой стороны Николай тоже как-то ждал, видимо, касания мяча от трос, а надо было добежать. Все-таки там, мне кажется, очевидно было, что троса не коснется. Кто-то коснулся. Да, Сергей коснулся при атаке сетки. 4-6 счет. Подача в аут. Небрежно. Обмениваются любезностями пары. На этот раз Сергей Мельников ошибся. Хорошо обрабатывает, надо забивать. Да, на этот раз забивает. Алексей. Все здорово. Оттянулся с блока. Попытался через него перекинуть мяч Николая, но хорошо крабом обработал сверху. Алексей на этот раз уверенно забил в шестую зону. В ходе трансляции женского турнира мы видели, как, насколько эффективны даже не очень сильные атаки в конфликтную зону в шестую. Хорошо на блоке Алексей действует. Аут. Пытается Сергей доказать, что было касание на блоке. Мне так, честно говоря, не показалось. Ну и окружающим всем остальным, по-моему, тоже ошибается. 7-7 сравнивает Андрей Бужор и Алексей Сидоров счет в матче за третье место. Ну так, из того, что я видел, мне поначалу, до начала игры за третье место, я не сильно знаком со всеми ребятами, которые в матче за третье место играют. Ну вот, но из того, что виделось, показалось, что Алексей с Андреем чуть посильнее. Андрей в защите хорошо действует. Алексей, как мы видели, сейчас уже на блоке достаточно неплохо. Может, сейчас посмотрим. Да, сеточный мяч. Пытается что-то там опять спорить пары. Многовато споров, меньше игры. 8-8. Ровный счет. Эйс удается Сергею Мельникову. 9-8. Ну, хороший кат по линии. Не стал на этот раз придумывать, точнее пытаться силовую атаку исполнять Алексей. Просто катнул через блок по линии и, в общем, достаточно комфортно просто очко заработал. Нет, это был не острый кат в исполнении Николая. Блок тоже не сильно эффективный. Нет высоты блока, то и Алексей Сидоров так намного повыше, и, честно говоря, эффекта особого от блока, который Николай ставит, я пока что не вижу. Возможно, есть смысл оттягиваться все-таки с блока больше. Ошибается на подаче Алексей. Перехвалил я его, по всей видимости. Ровно 10-10.
изголодавшиеся участники финала тут проходят, выпрашивают печеньки у организаторов. Иначе сил может не хватить на финал, но посмотрим. Во всяком случае, если Евгений Парницкий с Владимиром Батуренко проиграют финал, будет на кого свалить. Смена сторон. 11-10. Отведенная передача от сетки, тяжело было накатить, даже более опытные игроки могут ошибаться в таких ситуациях. Вот Николай тоже исполнить не смог, прием срывает. Следующий 13-10 повели Андрей Бужор, Алексей Сидоров, и тайм-аут берет Сергей Мельников с Николаем Емченковым. Параллельно идут у нас матчи за третье место в категории Next. Взять с собой. Пить в движении. Шишкин лес. Спорт. Пора пить настоящую воду. Продолжается тайм-аут. Точнее, уже закончился. Сейчас ребята вернутся на площадку. По регламенту 16 пар у нас стартовали. По итогам группового турнира никто не вылетал, разделились на две сетки на выбывание. Категория Light — это как бы более сильные первые пары, занявшие первые и вторые места в группах, и третья, четвертая категория Next. Ну, вот в категории Next также параллельно на соседней сетке у нас ведется матч за третье место. Не всех ребят знаю из тех, кто там участвует, поэтому представлять, наверное, не буду. Потом смотрите на... Посмотрите результаты тем, кому интересно, на сайте cutshot.ru и в группе ВКонтакте Cutshot. Увидите, кто выиграл. Есть доигровка у Сергея. Ошибается Сергей. 14-11. Тонко исполнял, наверное, не особо требовалось тонкое такое исполнение, хотя Андрей добегал до длинных катов, поэтому, может быть, поострее Сергей решил сыграть в атаке. Ну ладно, не суть, это же заигран эпизод. Сопротивляются ребята, хорошо, Николай подтягивает мяч. Пока... Не острые пока атаки, поэтому достаточно длительный розыгрыш. Он попытался посильнее Николая ударить и ошибся, к сожалению, для него и для его напарника. 15-11, плюс 4. Неплохая подача, да, и срывает прием Сергей. 16-11. На улице бы это прошло бы, но у нас здесь есть потолок, и как раз в этом месте он чуть-чуть меньше по высоте. Николай тоже срывает прием, но Сергей очень удачно исправляет ситуацию за блокирующего, который в полупозиции оказался, переводит он мяч и зарабатывает очком. 12-16, смена сторон у нас прошла. Николай Емченков на подаче. Подача на этот раз у Андрея. Андрей хорошо крабом под сетку, но достает Сергей здорово тоже.
Нас сразу пытается Алексей Сидоров атаковать. Ой, ну это подарок от Сергея. Но соперники не наказывают пока опять. Смотрите, тащит какие мячи. Пары, последнее касание, что творится. Не сказать, что прям какой-то захватывающий сюжет, но тем не менее мяч держится долго. Наконец разряжает ситуацию Алексей Сидоров, забивает очком. 17-13. Неаккуратно на первых касаниях несколько раз ребята играли, со вторых касаний. Так, немножко мастерства пока не хватает. Чистый достаточно прием у Николая. Но узкая передача, и не смог исправить Николай. Счет 18-12. Очень сложно будет Николаю с Сергеем что-то исправить в этом матче. Напомню, из одной партии до 21 очка у нас матч за третье место. Простая подача у Андрея. Николай легко справляется. На блоке хорошо Алексей срабатывает. Нас сразу передает Алексею. И здорово Алексей разбирается. Силовая атака. 19-12. Близится развязка. Продолжает Андрей подавать. Наконец-то снимается Николай. 13-19. Трос ему помогает в этом. Мири говорит, что мог он мяч этот взять. Но по факту не получилось. Прием в шестую зону Андрею берет. Очень часто, вот он, не очень часто, он точнее в атаке в этом матче у нас. Но в основном пытается под сетку закинуть. Ребята, в принципе, уже читают это. Есть хорошая возможность доигровки. Да, и Алексей сейчас тоже решил тонко сыграть. Хотя рядом был блокирующий и защитник, в принципе, рядом. Но, в общем, в итоге никто из них не сыграл. Не самую логичную зону для атаки выбрал Алексей, но это сработало. Первый матчбол не реализовал Алексей Сидоров с Андреем Бужуром. Ну, еще 6 матчболов у них. Я думаю, что этого будет достаточно для того, чтобы ребята выиграли. Отведенный мяч, не очень острая атака. Ну, такая же не острая у Сергея, а вот Николай более остро это делает и зарабатывает победное очко. Третье место в категории Light у нас сегодня заняли Алексей Сидоров, Андрей Бужор. Поздравляем, ребят. И поздравляем с четвертым местом достойной игрой Сергея Мельникова и Николая Емченкова. Делаем маленькую паузу и вернемся сейчас в трансляцию финала.